третье место в маршруте номер один высотой до 90 сантиметров на открытом кубке с дюшор по конному спорту награждается Шугов Андрей грамотой, поздравляю, медалью и кубком. За занятое второе место награждается Казмирский Виктор. Поздравляю. Ты самый молодой, наверное. Поздравляю. Желаю удачи. Сюда становись. За занятое первое место награждается Омран Олеся. Конный клуб Татерсаль. Поздравляю. Держи. Медаль твоя. Удачи тебе. Удачи. Успехов. Сюда. Давай. Сань, что тебе убери? В соревнованиях по преодолению препятствий в маршруте номер 2 с высотой до 110 сантиметров награждает, за занятое третье место награждается Черкашина Анастасия. За занятое второе место награждается Воробьев Александр. Поздравляю. Медаль твоя. И за занятое первое место награждается Губанов Виктор. Ветеран спорта. Донецких, Луганских, Донецких. Спасибо. Я не Луганский, а Донецкий. Да я же тебе сказал. Поздравляю вас с победами. Желаю вам в дальнейшем тоже, чтобы вы были победителями. Вы большое дело делаете. Надеемся, пополните ряды наших украинских спортсменов, представляя страну на международных и олимпийских играх.